Как же создать полностью автоматический онлайн-бизнес или полуавтомат для пассивного дохода? Четыре самые распространенные рабочие версии, модели, плюс небольшой бонус, как это все забустить. Сейчас перейдем. Привлекательность пассивного дохода – это, конечно же, зарабатывая деньги, как все мы знаем, отдыхая на пляже. Это движет многими, но проактивность и усилия имеют решающее значение на конкурентном рынке. Цель состоит в том, чтобы не быть привязанным к компьютеру весь день. Правильно? Чтобы этот пляж хотя бы увидеть. Таким образом, эффективная стратегия автоматизации – это ключ к получению дохода без ущерба для своей свободы и жизни, которую вы так хотите и любите. Давайте рассмотрим теперь различные методы, используемые так называемыми цифровыми кочевниками, в том числе и мной, для создания практически полностью пассивных автоматических источников дохода без постоянного вовлечения. Надо различать пассивный и автоматизированный доход. Прежде чем углубиться в 4 модели, крайне важно понять термины. Пассивный доход регулярно поступает от какого-то актива, даже если над ним никто активно не работает. Для создания и роста актива самого могут потребоваться усилия, но ключом является именно получение денег без постоянного участия. Такой себе ручеек. С другой стороны, автоматизированная модель – это бизнес, требующий ежедневной работы, но работающий на автопилоте с помощью программного обеспечения, либо аутсорсеров, сотрудников или комбинации тех и других. Некоторые обсуждаемые модели могут превратиться в рабочие места на полный рабочий день без автоматизации или наоборот. Для оценки уровня автоматизации мы делаем примерную оценочку по простоте достижения полной автоматизации. Итак, перейдем к этим четырем самым распространенным моделям пассивного или полупассивного дохода. Первый – это SEO плюс AdSense плюс партнерские продукты. Уровень сложности стопроцентной автоматизации простой. Считается традиционным методом получения пассивного дохода в интернете и включает в себя генерацию органического трафика на веб-сайт благодаря рейтингу, ранжированию в поисковых системах. Монетизация веб-сайта с помощью Google AdSense, то есть показывается реклама на вашем сайте. От кликов по рекламе вы получаете комиссионные. Создание такого веб-сайта требует значительных затрат первоначальных, времени либо денег, но после его создания он становится хорошим источником полностью пассивного дохода. Эта модель также может применяться к собственным продуктам, таких как, например, электронные книги, которые обычно приносят более высокую прибыль, чем партнерские продукты. То есть лучше продать книгу самому, чем какую-то копеечку получить от продажи чужой книги. Понимаете? Но ключевой вопрос заключается в том, сможете ли вы разработать собственный продукт, цифровой либо физический, превосходящий по качеству партнерские продукты, которые в топе сегодня. Если вы этого не сможете, не уверены, то лучше не тратить время и сосредоточиться на том, чтобы стать хорошим партнером. Это может быть более выгодным. Переходим к второй модели. Это реклама в Facebook, Instagram плюс дропшиппинг. Уровень сложности стопроцентной автоматизации средний. Эта модель, популяризированная книгой Тима Ферриса «4-часовая рабочая неделя», предполагает запуск таргетированных рекламных кампаний в Facebook, Instagram на лендинг-страницу для размещения заказа. Внедрение дропшиппинга, при котором вы получаете заказы, но не храните сам товар у себя на складе либо дома. Товары приобретаются у поставщика после того уже, как покупатель сделает заказ, а доставку осуществляет сам поставщик. То есть вы как посредник получается. Только продаете, занимаетесь рекламой, общаетесь с клиентами. Преимущество заключается в том, что вы избегаете первоначальных затрат в складирование, запасы, товары. Но при использовании платного трафика, конечно, существует потенциальный риск слить бюджеты. Эффективное управление обслуживанием клиентов и приобретение навыков рекламы имеют решающее значение для этой модели. Третье. Это партнерство плюс аутсорсинговые услуги плюс автоматизация бизнес-процессов. Уровень сложности стопроцентной автоматизации сложный. Сильная зависимость от человеческих ресурсов. Пресловутый человеческий фактор. Предоставление услуг, таких как SEO, маркетинг в социальных сетях, веб-дизайн, либо создание видео, может стать отличной возможностью. Для гарантии успешности модели установите партнерские отношения с профессионалами, предлагающими дополнительные услуги,
предлагая своим клиентам таким образом комплексное решение. Так вы получите дополнительные комиссионные за рефералов, которых вы будете отправлять в сопутствующие ниши, соблюдая интересы всех сторон, и клиентов, и ваших партнеров, и себе немножечко заработаете. При создании видео соберите команду фрилансеров, либо сотрудников, привлеченных на аутсорсинг, которые будут заниматься различными аспектами этого бизнеса, такими как написание сценариев, озвучка, анимация. Оптимизируйте работу с помощью виртуальных помощников или программного обеспечения, автоматизируя задачи от общения с клиентами до доставки продуктов. Хотя полная автоматизация является сложной задачей, использование помощников и программного обеспечения значительно сведет к минимуму личное ваше участие. Но бдительность жизненно важна для обеспечения того, чтобы аутсорсеры качественно выполняли свои обязанности и правильно функционировали все ваши системы автоматизации. Масштабирование этой модели быстро увеличит ваш ежемесячный доход, что делает ее жизнеспособной для тех, кто готов уделять больше времени по сравнению с другими моделями с меньшим доходом, но и без постоянного такого вовлечения. И четвертая модель – это партнеры плюс платная реклама плюс продукты с подпиской. Уровень сложности стопроцентной автоматизации от среднего до сложного, в зависимости от сложности продукта, типа, количества подписчиков и других факторов, получать стабильный доход за счет продуктов с регулярной подпиской. Использование моделей таких как SaaS, то есть каких-то планов, да, на какие-то сервисы, веб-сайтов с подписным контентом, так называемые paywalls, Boosty, Patreon, вы слышали эти все сервисы. Покупка предварительно разработанной темы на WordPress делает настройку сайта экономически выгодной. Хотя могут быть дополнительные пользовательские элементы, которые, скорее всего, вам потребуются. Они немного увеличат расходы на программиста, там, на дизайнера. Вы можете использовать платные рекламные платформы, такие как, опять же, Facebook Ads или Google AdWords для привлечения подписчиков. Для оптимизации кампании требуется знание в области рекламы. Используете сеть партнеров для привлечения трафика, предлагая им пожизненные регулярные комиссии. То есть свою сеть аффилиатную такую создайте. Также аутсорсинг поддержки клиентов. Это сложный процесс, требует контроля для обеспечения удовлетворенности клиентов, что имеет решающее значение для удержания и повторных продаж, особенно если вы инвестируете в платную рекламу. Поэтому аутсорсинг тоже держите на пульсе. Достижение рентабельности может занять несколько месяцев в зависимости от затрат на приобретение каждого клиента и размера чистой прибыли. Ну и также бонус у нас, как это ускорить все. Каждую из этих областей можно ускорить. Это рассылка электронной почты плюс автореспондеры, автоответчики такие. Вы можете повысить эффективность вышеупомянутых методов, включить в вашу модель рассылку электронной почты и серию автоответов, что значительно повышает ваш коэффициент конверсии. На конкурентных рынках наличие списка адресов электронной почты имеет решающее значение для прибыльной борьбы. Конкуренты с внушительными списками релевантных адресов электронной почты достигают большей прибыльности и меньше тратят за рекламу. То есть каждый клиент обходится дешевле, он более горячий. Создание рассылки и маркетинг по электронной почте предполагает предоставление ценного бесплатного контента потенциальным клиентам перед тем, как побудить их к покупке, что увеличивает вероятность долгосрочной конверсии, повторных продаж и так далее. Улучшенные показатели конверсии сокращают время на затраты и на маркетинговые усилия, влияя на прибыльность рекламных кампаний. Высокие показатели конверсии также облегчают партнерство для продвижения продукции. Такие платформы, как Aweber, позволяют планировать автоматические электронные письма новым подписчикам в назначенное время. Например, бесплатный базовый курс по какой-либо теме с ежедневными советами по электронной почте не только может включить ссылки на платные предложения, но также позволит установить отношения с клиентами и повысить доверие к вашему бренду и коэффициент конверсии, конечно же. И теперь перейдем к краткому списку приложений, веб-сайтов, сервисов для автоматизации, которые полезны для таких цифровых кочевников, как мы с вами. Первое — это Lead Pages. Это легко создавайте целевые страницы, лендинги для повышения коэффициента конверсии. Aweber — доступное и надежное программное обеспечение для электронного маркетинга. Asana — программное обеспечение для управления командой и эффективной организации, особенно в моделях с аутсорсинговыми услугами. Zoho обеспечивает управление командой, управление взаимоотношениями с клиентами, службу поддержки и функции финансового управления, ценные для аутсорсинговых услуг.
Salesforce предназначен для автоматизации процессов продаж, маркетинга и поддержки, предлагая эффективное управление взаимоотношениями с клиентами. Infusionsoft – передовое программное обеспечение от KIP для электронного маркетинга, подходящее более для устоявшихся предприятий, для больших списков адресов. Freshbooks – облачное программное обеспечение для выставления счетов, бухгалтерского учета, рекомендуемое для предприятий с международными клиентами. Upwork – платформа с широким кругом фрилансеров для различных задач, от виртуальных помощников до специализированных талантов. И Fiverr, конечно же, предлагает широкий спектр индивидуальных услуг от лучших фрилансеров по прекрасной цене от $5 на любой вкус. Важно понимать, что это не конечный список. Если вам не понравился тот или иной сервис, вы просто забиваете в Google аналоги того-то, того-то и смотрите, что вам больше подходит. Этих вариантов множество, поверьте. Материал со всеми полезными ссылками будет внизу под видео. Что мы имеем? В любом методе можно достичь успеха, но нужно как бы вложить душу, найти изюминку. Автоматизация требует стратегического планирования, постоянного управления. Учитывайте уровень сложности, соответствующий вашим навыкам и целям. Путь к полностью пассивному доходу может потребовать первоначальных усилий, но вознаграждение – это свобода наслаждаться тем образом жизни, который вы всегда хотели. Успехов, удачи, пока!